Вы обвиняетесь в следующем. В табакерке на Сухаревской все готово к тому, чтобы зрителю было страшно, интересно и просто страшно. Место действия спектакля «И никого не стало» – таинственный и зловещий остров индейца. У каждого из 10 гостей в шкафу страшный скелет из прошлого, преступление, оставшееся безнаказанным. Детектив Агаты Кристи только сначала кажется знакомым по фильму Станислава Говорухина «10 негритят». Но чем дальше, тем больше неожиданностей ждет зрителя. Войти вот в это правдоподобие чувств и искренности страстей в предлагаемых обстоятельствах таких острых, таких разных людей, мне казалось очень интересным. Поэтому я ее достаточно долго разрабатывал и понимал, что наша труппа с блистательными актерами может это реализовать. Спектакль очень энергозатратный, и ты должен существовать на безумно высоких и скоростях, и на безумно высоком градусе. Это непростая очень задача. Непростую задачу Машкову, кроме актеров, помогают решить Валентин Юдашкин, он сделал костюмы, и Александр Рукавишников, автор декораций и 10 тотемных животных из мифологии индейцев, которые подчеркивают, как легко человек может терять свой облик. Впрочем, и обратный процесс вполне возможен. Нет идеальных людей. У каждого есть очень много проблем, своих ошибок, огрехов, за которые мы пытаемся расплатиться всю жизнь, и не получается. Они разные бывают, не только убийства. И мне кажется, в пьесе и все это есть.